Год кино нашел отражение и в праздновании Дня молодежи. Все мероприятия, проходившие в этот день, так или иначе связаны с кинематографом. Утро праздника началось с зарядки. Размяться с мячом мог любой желающий на районном турнире по стритболу, который прошел на стадионе у 7-й школы. В Тимоховском парке сказки для самых маленьких. Здесь гостей встречали Мария Искусница, Красная Шапочка, Веселый Карлсон и многие другие сказочные персонажи. А на столах гуашь, кисточки, пластилин и полный полет фантазии. На мастер-классах ребята самовыражались и творили. Рисуем пластилином. Как бы это ни странно звучало, но очень красиво получается. Вот такие лягушечки. Как же на празднике без зажигательных танцев? Здесь возраст не имеет значения. В пляс пустились и старый млад. В этот день в березовой роще у стадиона «Металлург» развернулись большие тематические площадки, также посвященные кинематографу. Гостей развлекал клоун Алекс и самые известные персонажи отечественных фильмов. Так, чтобы пройти в лес, необходимо было написать свое желание. Что люди желают? В основном счастья, успеха, мира во всем мире. Иван Грозный с гостями не грозен, даже весьма приветлив. Вот и Вячеслав Фетисов, который в этот день посетил наш город, также оставил свое пожелание. Но не только от себя, а от всех видновчан. Спорт в школе в Видном быть. Далее гостей встречали казаки, которые организовали казачью станицу в миниатюре со своим скотным двором. Сегодня будут покатушки, детей покатаем на лошадях. Попытаемся покормить, если достанется, кулешом, это исконно казачье блюдо. Вот. Ну и споем и спляшем, я думаю, тоже. И какой казак без шашки? Почетному гостю предложили испытать себя. Пройдя по всем площадкам, знаменитый спортсмен отметил, что молодежь оправдала доверие и справилась с организацией праздника, особенно в спортивной его части. Видном любит спорт, поэтому развивать его необходимо. На базе стадиона создать детско-спортивную школу и вот просто напрашиваются виды спорта, которые я бы там начал развивать. Это футбол, это легкая атлетика, это то, что связано со льдом. Вот, это и хоккей, и фигурное катание. Далее праздник продолжился у кинотеатра «Искра». Несмотря на летний сезон и отдых от учебы, гостям предложили пройти краткий курс спецподготовки в высшем учебном заведении. Около кинотеатра «Искра» заработал Институт кинематографии. Получив зачетную книжку и таким образом поступив в этот институт, вам предстоит пройти обучение по 7 дисциплинам, в том числе и физической подготовке. Получить зачет можно было на верхней площадке около фонтана. Сегодня любой желающий у нас может сдать ГТО по 5 видам программы. Подтягивание, рывок гири, что у нас там еще, отжимания, прыжки и пресс. Параллельно с учебой разворачивались действия на сцене у кинотеатра. Вы в первую очередь, молодежь, сами режиссеры, самые главные режиссеры своей жизни. Вы самые креативные, вы самые активные. Ребят, которые участвовали в подготовке мероприятия, отметили почетными грамотами. А в это время в Расторгуевском парке шла активная подготовка к кинопоказу. Наша организация, МАУК «Видновская дирекция киносети», решила сделать подарок горожанам и показать бесплатные фильмы на летней площадке для всех желающих. Те, кто хотел провести время за просмотром кинофильмов, могли остаться в парке. А любители более активного отдыха остались у кинотеатра, где было все – громкая музыка, танцы и хорошее настроение. Екатерина Чернышова и я, Адамия, Видное ТВ.